Черная камера на белом фоне. Предупреждение водителя. На данном участке их авто находится под прицелом видеокамер. И тут важно обратить внимание на знак, который находится выше, чтобы не нарушать ПДД. К слову, таких табличек на дорогах немало. Но с 1 сентября предупреждающего знака 8.23 фото-видеофиксация в черте города не будет. Его переименуют на 6.22, и, как нам пояснили в ГИБДД, внешне никаких изменений мы не заметим. Только устанавливать знак будут на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля вне города, поселка или деревни. А вот действовать он продолжит в пределах всего населенного пункта. То есть теперь водителям придется быть еще внимательнее на дорогах и постоянно помнить о фотокамере. Но, как говорят некоторые из них, количество штрафов может только увеличиться. Однако, как замечают ГИБДД, отсутствие дорожного знака только повысит самоконтроль, и количество аварий на дорогах действительно станет меньше. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, «День с толком».